Ускорение, ускорение, братик! Да капец, там целая толпа к моему автобусу уже привязана, посмотри! Там аж 4 было! Хоба! Всем здорово! С вами, как всегда, ваш дорогой братишка, и мы с тобою продолжаем играть в первая часть, в общем, где надо давить зомбаков на тачке. И если честно, блин, игрушка очень прикольная. В общем, вот мы с тобой немножечко так прокачались. Да, давай, наверное, вот эту штуку возьмем. Да, я думаю, пора, друзья. Плюс вот так вот сделаем. Все, let's go. Кактус рай. Вот оно что. Ну все, все, ребята, погнали. В общем, давим зомби. И прям заметь, зомбаки все сложнее и сложнее становятся. Так. Что там по бусту? Смотри, за нами уже погоня какая-то нафиг. Какие-то баррикады постоянные. Ля, там какой-то был босс. Ты видел это? Ничего себе. Так, так, так. Бустимся, 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 пацаны. Ну да, не так уж много. Так, бензин еще есть. И мы, похоже, до половины, как всегда, доезжаем. Да, ребята. Не, ну тут, в принципе, не так уж проблематично. Хорошо едем. Вообще хорошо. Ля, да господи, зомбак, смотри, ля, какой страшный, капец, слушай, больше половины и 18 косарей. Мне интересно, ребята, мне интересно, сколько же стоит следующая тачка? Она 60 тысяч стоит, по факту, брат. А может, мы просто накопим и все? Да, мы, может, вообще не будем вот это вот все делать и все, мы просто сейчас... Слушай, так мы можем реально просто доехать даже на такой... Ну, тут по-любасу надо новую тачку покупать. 100%. Хаммер, я думаю, капец. На что он способен? Так. Так, бустик у нас закончился, ребята. Ну, ничего страшного. Так, мне интересно, хватит нам бензина рекордик установить или нет? Ну, хотя бы до туда же доехать. Ля, они цепляются, смотри! Что за фигня? Эй! Челы! Смотри! Ах вы говнюки какие. Так, у нас уже 32 косаря. В принципе, еще пару раз и все. И готово. Короче, будем буститься, когда за нами будет погоня. Да, ребята. Вот как-то так. Чел, ну-ка пошел отсюда. Да блин, из-за этого чела смотри, он вообще никак не... Что за фигня? Так, буст еще чуть-чуть есть, да? Сейчас мы под конец. Ай, есть, говорю. Все, больше нет. Да блин. Быстрей. Так, опять же, 13 косарей, ребят. По идее, нормально. Хорошо платят. Я просто сразу хочу, если что, новую тачку. Ля-ля-ля-ля-ля-ля, смотри! Да блин, да это нечестно! Что он творит? Как он цепляется вообще? Вот это называется мертвая хватка, ребята. Вот это, господа. Мы что тут, снимаем Мистер Бист? Кто дольше... Кто последний уберет руку с Ламборджини или что? Ну, чуть дальше мы доехали. Так, хорошо, хорошо, она даже чуть-чуть проехала. 14 косарей, ребята. Мы чуть-чуть, капелюшечка, прикинь. А мы можем, знаешь, как сделать? Вот так вот. И сейчас перевернуться просто. Во, ля. Вот это называется быстрое зарабатывание бабок. Есть. Оп, 1400, ребята. Открываем, ля. Ну что, друзья? Погнали! Ёкарный бабай, ну... Да нет, по-моему, то же самое, кстати. То же самое. Да, ну, хотя нет, нет. Чуть-чуть стопается. Ну ничего, мы сейчас и бензинчика прикупим, ребята, и еще какую-нибудь фигню там. И вообще нормально будет. Ты просто погляди. Ты погляди просто на это, брат. Ёкарный бабайч, а? Так, тихо. Блин, цепляются, да что это за фигня-то, а? Бензин уже заканчивается, хотя мы нифига! Найс! Гаражик. Так, давай что мы? Мы, конечно же, топливо закупаемся. Да.
А следующее, если что, мы купим колеса. Я не знаю, я прям люблю вот это вот покупать. Хотя, наверное, лучше 25 косарей подкопить, чтобы нас вообще не стопали. Так, сейчас бензина уже больше. Все, погнали. Мотор, понятное дело, купим, коробочку. Все будет зашибись, друзья. Все, отстал зомби. Ну вот, как? Че творят, а? Как в Need for Speed, вот серьезно, прокачиваешь тачку, тратишь очень много денег, думаешь, вот, она сейчас будет круче и круче, копы тебя никогда не догонят. Самый первый уровень уже догоняют, обгоняют. Ну вы шо? Да, вот такая вот немножечко. Но хотя бы, ребятки, чуть-чуть проехали. Да. Но это уже другой уровень, это действительно военная машина, поэтому, ребята, так, колеса. Я прям хочу колеса, если честно. 24-й, 28-й, блин. Погоди, а у нас вообще какие максимальные были, если честно? 32-е? Так. Тут 22-е, а тут 25-е. Короче, 32-е самые большие ребята у нас были. Тут 28-е. Не такие большие, конечно, но тоже, я думаю, будет годно. Так, все, еще бензинчика. Закупимся, ребята. Все, найс. Ой-ой-ой-ой, вот это не очень хорошо, когда, видишь, мы вниз упали, теперь... Хотя она быстро выбралась, ребят. Быстро выбралась машинка. Вот мне интересно, какая последняя машина будет? Там реально будет танк? Что-то у меня предчувствие есть. Блин, ну стопают говнюки, капец как. Так, босса победили. Жесть просто. Да блин, то же самое место, какого фига, гаражик. Хотя мы, кстати, и бензин. Так, что по двигателю? Дизель, ого. Так, дизелечек, окей. Окей, ребята, тут 40 тысяч также это стоит. Все, вперед. Сейчас помощнее будет. Так, на что копим, на что копим? Ребят, наверное, чтобы нас не стопали так зомбаки. Хотя уже видно, прямо она, смотри, как рвет. Она прям капец как рвет, посмотри на это. Ёкарный бабай. Нет-нет-нет-нет, пацаны, блин. Ля, что за зайцы тут? Безбилетники. Так, найс, 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 найс. Так, ну чуть дальше-то проедем, надеюсь. Ох, найс. Один даже это... Чуть дальше. Так, ну все, хорошо, брат. Отлично, 26 косарей. И вот на эти деньги мы покупаем вот это вот. Да. Ох, ну теперь нас не остановить. Сейчас у меня есть такое предчувствие, что мы можем сейчас даже доехать. Почти до концовки. Жесть. Слушай, а я, по-моему, следующую тачку даже не смотрел. Мы сейчас поглядим, какая. А ты видишь, я даже при первой серии я решил просто пролистать. Я, по-моему, до Хаммера долистал и все. Так, бензин еще есть, но все равно как-то... Ну, рекорд точно побьем. А вот до конца, да, не доедем. Не доедем, к сожалению. Брейнс. Так, 30 косарей у нас есть. Коробочка. Так, так, так. Ну, наверное, все-таки ее возьмем, ребята. И давай топливо. Так, следующее, следующее, следующее. Если что, ребята, наверное, пулемет. Ускорение также. Ну, там бензинчик уже нормально, смотри-ка. Ха, аж перелетают, прикинь. Такое чувство, кстати, ребята, по звуку, что машина просто на низких оборотах, просто на холостых стоит, и все. Такой звук. Как будто она даже не едет.
Так, тихо, там, братишка. Аккуратно. Эх, прокачу. Смотри, что творит, блин. Как он разогнался. Ну, кстати, почти, ребята. Господи, какие деньги, ребят. Все, сейчас мы пока что вот это берем, ребята. Тут аж 6 косарей. Блин, отвалить. Так, забустится, кстати. О, так нифига там буста сколько. Бедные зомби, да, мы их жалеем. Действительно бедные. В первой серии были мы самые бедные. Теперь бедные зомбаки. Жалко их. Бля, стопаемся, пацаны. Да господи, безбилетники, пошли отсюда. Надо машину чуть-чуть туда-сюда. Какой-нибудь лоурайдер, ребята, да? С подвеской, чтобы... Все, и вправо, влево, вверх, вниз. Чтобы нафигачило. Как в GTA San Andreas. Да что ж такое-то, а? Так, ну тут мы чуть-чуть дальше. Еще босса завалили. Она, кстати, ехала, ребята, катилась немножечко. Так, может лучше подкопить? Давай, наверное, лучше подкопим. Че, посмотрим следующую тачку? Мне кажется, надо, ребят. Школьный автобус! Да ну нафиг, он 300 тысяч стоит. Вот этот вот школьный автобус 300 тысяч долларов стоит? Да не... Я не понимаю, в смысле? Он разбитый. Капец какой. Мне кажется, не стоит он. Ну хотя во время зомби-апокалипсиса, да. Какие-то барыги все равно есть, как говорится, да? Так, тихо. Перекупы. Их просто называют, ребята, перекупы. Вот они. Не люди, честно скажу. Наши дорогие перекупы. Это капец. Так, ну слушай, хорошо едем. Даже можно немножечко нетрушки втопить. Что думаем? А, ребята, нормально. Живем. Оп. Оп! Да ну нафиг! Почти доехали, брат! Так, давай просто раз. Все, даже не будем больше тратить денег. Давай просто до конца реально вот так вот делать. Мы просто бустанемся в конце, и все, и мы доедем. И мы доедем, ребят. Давай, найс. И мне кажется, на следующем уровне там уже капец колоссальные бабки мы будем получать и купим сразу автобус. Так, не стопай меня, пожалуйста. Так, бензин есть. Так, все. Да блин, ну хочется нажать, если честно. Хочется чуть-чуть поднажать, честно, ребята. Так, вот сейчас можно, а? Так. Да ёкарный бабай, еще хуже. Ну чё, блин, а я при том прикупил. Это потому что в конце так не сделал. Так что мы, ребята, оп-оп, делаем. 97... Господи, какие деньги, какие просто бабки. Откуда, кто ему выплачивает, я не знаю. Естественно. Она просто прыгает, как лягушка. Лягушка. Так, я вообще не буду сейчас использовать пока турбо, наше дорогое нитро. Господа. Мы просто до конца сейчас фигачим. Так. Ля, аж перелетел, брат.
Перелет, недолет, как говорится. Перелет. Давай, давай, братик, давай, yes! Хорош, какой-то салун, смотри. Окей, окей. Господа, новая локация. Слушай, так мы уже практически игру прошли, если честно. Гараж. Так, 154 тысячи у нас есть. Я думаю, просто мы сейчас на автобус накопим и все. Кстати, мне всегда было интересно, на самом деле, можно ли сразу покупать третий уровень или нет? Или надо сначала предыдущие купить? Так, ну... В принципе... Слушай, ну уверенно взлетаем, а? Посмотри. Как? Слушай, тут будет очень жестко, если честно. Тут будет очень жестко. Ты погляди просто. Как школьный автобус здесь будет справляться, я не знаю. Не, не знаю, не знаю. Он же потому что длинный. Да прикинь, как лимузин какой-то. Он может спокойно застрять. Кирпичи, да ну нафиг! Вы чё, охренели, блин? Стопают меня кирпичами. Так, у нас 200 тысяч. Все просто, ребята, еще две попытки и нормально будет. Вот что я думаю. Как только бензин будет заканчиваться, мы с тобой буст будем использовать. Хотя, по факту, можно и сейчас, да? Но вот это было тупо, да. Все-таки было тупо. Да посмотри, ящики какие-то жесткие. Ля, ну хоть где-то вернули ящики. То в Brawl Stars мы все ждали, ждали, ребята. Хоть где-то они есть. Найс. Так, все, разгончик. Блин, ну а толку от этого разгона, если видишь, кирпичи что творят? Мы даже еще хуже, блин, приехали, прикинь. Вот так вот, 39 косарей. Ну давай, брат, сейчас должен сделать. Сейчас должен сделать. Чуть подальше. Да ёкарный бабай, ну смотри, что творится, а? Ну не хотят ящики просто уничтожаться и все. Сейчас остранцы какие, а? Смотри, что творят. Так, есть. Кирпичная кладка уничтожена. Ой, попробуй, брат, доесть. 34 косаря немножко остается. Блин, все-таки больше пришлось, да? Ну что происходит? Так, тихо-тихо-тихо, вот тут, вот тут, вот тут. Да-д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 а, отлично, 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 пацаны. Оп. Маленький такой бустик. Блин, приходится аж буститься на сраных ящиках. Так-так-так, бензин есть, бензин есть, бензин есть. Так, ну тут мы даже можем дальше, ля, проехать, не? Нет. Ладно. О. Ой, бедные зомбаки. Хорош. Покупаем, пацаны, покупаем, гуляем сегодня. Все, сейчас поглядим, на что же способен школьный автобус? Нифига себе, там он мощный какой! Ой, мама! Это капец. Это капец просто. Слушай, да он хорош, капец как! Ля, я все думаю, как в Симпсонах Отто мог на школьном автобусе такое вытворять? Как он так быстро ездил? Теперь понятно. Так, рекордик побит, это 100%. Найс, отлетаем. Блин, ну красиво, конечно, а. Да, тут, конечно, зомбарей дофига стало таких. И под конец все равно даже сделали красиво, честно. Так. Отлично. Мы зарабатываем 91 тысячу. На эти деньги... Уф, 35-е колесики, боже мой, я хочу на это посмотреть, ребята, я просто хочу на это посмотреть, как автобус будет с такими колесами фигачить.
Офигеть. Это мы просто колеса поставили, и он идеально едет. Я хочу 35-е колеса поглядеть вообще, что будет. Офигеть. Ему просто все нипочем, пацаны. Боже, если буст поставить, еще там мотор. Ёшкин-кошкин. Ну тут рекорд точно. Тут по-любому. Вот кто, блин, поставил вот этого всего? Я не понимаю. Так, есть 115 тысяч. 115 тысяч, господа. Нам нужно 200 тысяч. Нам нужно 200 тысяч. Ну, на самом деле, конечно, лучше бы... Давай мотор поставим. 120 тысяч мы сейчас накопим на это. И как-то все вот так вот примерно будет. Это при том, прикинь, бензин не последний. Отлично, отлично. Блин, ну с мотором прям связка лютая идет. Смотри, что он творит, а? Этот просто добежал, кстати. Капец какой. Ускорение, ускорение, братик! Да капец, там целая толпа к моему автобусу уже привязана, посмотри! Там аж 4 было! Вы чё, охренели, что ли? Ля, крысы какие! Мне уже пора, мне кажется, даже сзади поставить пивы, а? Чё думаешь? Чтоб нормально ехало. Ой, мама! Вообще практически не тормозит. Ёшкин-кошкин, а. Вот мне сзади уже пилы надо устанавливать, мне кажется, ребят. Смотрите, что творит. Да как ты так ускоряешься, говнюк? Let's go, let's go, let's go, let's go! Смотри, сколько! Блин, заколебали они меня стопать! Моя мощность теряется из-за них! Так, ну тут уже рекорд 100%, как ты видишь. Все, ну практически, кстати, доехали. Так, что я хочу на эти бабки взять? 170 тысяч, ребята. Да, коробочку бы это хорошо бы было, но я хочу колесики. Я прям хочу колесики, так что, ребята, еще раз сейчас быстренько. Мы с тобой рубанем. Я хочу прям большие колеса. Мне интересно, как это будет. Не знаю, мне кажется, каждый в детстве, блин, мечтал покататься на этом монстр-трак, или как он называется. Знаешь, такими здоровенными просто колесами. Прям такая тачка, я не знаю. Да что такое в детстве? Почему в детстве, пацаны? Да и сейчас, господи. Мне кажется, любой захочет. И взрослый тоже, ребята. А взрослый почему? Да потому что, блин, пробки уже достали. Ты просто на монстр-траке выезжаешь и переезжаешь их. И мне кажется, хорошо будет. Прикинь, чисто по ним ехать и все. По-моему, я это где-то видел в каком-то фильме. То ли няньки или что-то такое. По-моему, оттуда это, короче. Не, погоди, смотри, как они стопают, эти крысы вонючие. Так, ладно, гаражик. А мы с тобой берем новые катки 35-е. Боже ты мой, даже на коробку нам хватает. Ух, боже ты мой. Ля, что творится?
Слушай, можем доехать, наверное, можем. Можем. Давай, братик, давай, let's go. Господи, вот тебе и школьный автобус. Так, nice, чуть-чуть замедлились, но ничего. Блин, ну что за мощность у него? Я не знаю, вот прикинь, вот этот движок поставить в Ладу Калину, брат. На девяточку поставить, на шаханчик. Боже ты мой родной, как она как пуля просто будет, я не знаю. За 3 секунды до 100. Ты погляди на это. По факту, наверное, можно спокойно, потому что я знаю, что в Газели устанавливают от Land Cruiser движки. Так, тихо. Да господи, ну-ка. Валитес, пожалуйста, мои зомбачки родные. Так, есть. Ну, рекорд есть, но, блин, пацаны, все-таки не доехали мы чутка. Чуть-чуть не доехали. Хотя, там, смотри, под горочку как хорошо идет. Ну, блин, ну там же чутка, ну. Такие звуки еще. Так, что нам придаст ускорение? А нам не надо придавать ускорение, мы просто бенз покупаем. Все, идем. Пацаны. А сколько мы, погоди, это ты за классом поехал? Конечно, брат. Слушай, так мы еще можем, по идее, сейчас еще чутка. Или это уже, ребят, почти финал. Кто знает, кто проходил, ребят, напишите в чате, мне интересно. Так, спокойно, чуваки. Если... Нифига себе, обнова в Валоранте. А, там категория, да, не сменилась. Наверное, на стриме. Обнова в Валоранте. Так, давай, братик, давай, едем. Да они крысы заколебали, вот смотри, они втроем там. Ну посмотри, что за... Бибы и Бобы. Отвалите, пожалуйста, по-хорошему. Так, может доедем, брат. Бензина-то нормально закупился. Блин, зачем я закупался столько бензина, если мы не едем? Че за фигня? Ну-ка, быстро. Нормально, господа. Уф, хорошо приземлились, припарковались. Капец. Ой, тихие... Вудс, это вроде дерево, да? Тихие деревья, ребят. Звучит как хоррор какой-то на самом деле. Короче. Уф, 1 500 000, брат! 1 500 000! Офигеть! Попробуем накопить. Погнали. Так, тут уже покруче полюбас. Капец, тут уже какой-то гравити. Ого, это что за монстр, блин? Не Gravity Falls, нет, ребята, была, короче, игрушка в детстве, еще на мобилке. Я помню, блин, на Nokia. Gravity Defense, или как-то так называлось. Там, короче, на мотике надо было вот именно, что всякие вот эти препятствия проходить. Это было круто. Так, ну смотри, наверное, мы сегодня все-таки... Ну давай улучшим ее прям вообще отлично. Улучшим, ребят, сейчас я подумаю, что только улучшать, да? Колеса мы с тобой улучшили. Пулемет тут есть также, ребята. Наверное, вот эту штуку мы обязательно ставим. Господи. Да капец. Погляди на это. Наверное, мы сегодня на этом будем сейчас заканчивать. Мы просто-напросто подулучшаем эту. Давай. Найс. Ну как же она едет? Как же она охрененно едет? Дальше будет у нас грузовик. Кстати. Дальше у нас будет грузовичок, ребята. Там вот мы поглядим, на что он способен. К сожалению, да, нету.
Так, 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 заканчивается, заканчивается. Ля, и босса мы с тобой вроде как убили. Это хорошо, ребята. Так, гаражик, гаражик, 319 тысяч, мы с тобой улучшаем. Да. Мы с тобой улучшаем. Хотя, может, реально просто-напросто накопить на грузовик, ребят? Что думаете? Что вы думаете, ребят? Может, автобус здесь уже вообще даже не улучшать? А просто копить на грузовичок? Бля, что творит, а? Что творит? Да боже мой. Чем же кормили-то этих зомбей, а? Я не представляю. Так, ну тут рекордик 100%. Смотри, сколько их аж пятеро. Их просто пятеро. 400 тысяч. Не, ну слушай, по факту, наверное, реально можно просто... просто накопить, да и все. То есть нам-то все лучше и лучше надо. По-любому, ребята. Офигеть, как же она едет, а? Ой-ой-ой-ой-ой. Пожалуйста, рекордик, давай. Бля, да ты погляди, сколько их там нафиг. Да, рекорд есть. Ладно, ребят, что я вам скажу. В принципе, неплохо сегодня поиграли. Я так понимаю, следующая уже финальная будет катка. Но он же не будет там, знаешь, так вот так вот, потом назад, потом опять вот так вот, я не знаю, вот так вот, вот так вот, вот так вот, только тогда. Мне кажется, сейчас сразу напрямую раз и все. Как-то так будет. Ладно, ребят, все, на этом пока что все. Лайкосик, залетайте в Телеграм. Бай-бай, дорогие братья.